семейной экофермы. Меня зовут Владимир. Куда путь держу, спросите вы. А я еду в одно интересное хозяйство за интересной птичкой. Я анонс сделал на канале, что у нас появится птичка интересная. Ну вот, мы держим путь к человеку, который занимается ими уже не первый год. И попробуем приобрести. Это вы все узнаете, естественно. С этим человеком я вас тоже хочу познакомить. Я с ним общаюсь давненько. Он содержит немалое тоже хозяйство. И чтобы, так сказать, разнообразить немножко наши видео, внести немножко чего-то нового, хочу вот сделать вот такую рубрику по хозяйству. Помимо своего хозяйства, показывать хозяйство еще других людей. Я надеюсь, это вам будет интересно, потому что каждый день через день там снимать своих питомцев немножко и мне особо не нравится, да и вам оно тоже приедается. У нас есть очень много видео с разнообразных выставок, можете пролистать на канале. Будет еще рубрика по хозяйствам. Там у меня еще договоренность еще с одним человечком. Вроде бы как он согласен. Ну, посмотрим, я не буду загадывать. В общем, сейчас познакомимся. Это я все планирую снимать, если он даст согласие, конечно. Ну, это вы все увидите. Вкусно. В общем, вот я добрался до Юрия. К его владениям, к его хозяйству. Сейчас хочу вам показать, познакомить. Это маленькая козочка приехала к нам с Киева. 83% англо-нубийская коза. Вот, собственно, Юрий. Всем привет. У него, кстати, тоже есть канал. Канал называется «Зеленый фермер». Ссылку я оставлю в описании и в комментариях тоже. Юрий занимается хозяйством, широкопрофильно причем, начиная от коз, заканчивая перепелами. Сейчас он немножко расскажет вам о своем хозяйстве, как он к этому пришел вообще. Ну, хозяйство такое у меня обычное, как бы, как пришел? Мы хотели иметь собственное молоко и решили с женой купить козу. Вот, кстати, вот эту вот первую, это была наша первая коза. Мы ее купили беременную, она сейчас тоже беременная. У бабки в Алтестово мы брали ее за 1500, бусинка ее зовут. И она нам родила козленка. Потом надо же было его чем-то выпаивать, поэтому мы взяли рядом вот стоящую козу карамель. Это тоже англо-нубийская. Угу. Вот. И вместе с ней мы привезли этого нашего козлика, которого назвали Юлия, Юлием, потому что он общительный. Нам его вообще продали как бракованного, между желудком было. Хозяева говорили, что если не выживет, то дадут другого. Но мы выжили. Нет, он безобидный. Может... Попробуй, он просто меня... Он меня укусит. Не, он не кусается, он добрый. Он добрый. Дружек один не до конца обезрожили. Это уже дети... от безродной, как бы непородистой козы, это его дочка. Ага. Сено люцерна, да, для них? Сено, да, сено повезло. Мы сено взяли, фура стояла ровно, продавали сено 60 гривен. У нас, мы договорились тут с местным земледелом, так он нам предложил по 90, а при въезде в деревню было по 60. И он нам сюда как раз фуру подогнал, и мы нагрузили. Ну, так вот мы запасаемся, потому что сейчас тюк люцерны или того же углевого стоит 110 гривен. Да, я последний раз спрашивал. С такими ценами я даже не знаю, сколько должно стоить то молоко. Эти все загородки я поделал сам. Это с палет. Просто были палеты. Доску не надо было покупать. В общем, все с подручных средств. Здесь было вообще все пусто. Ага. Было пусто. Тут не было ни дверей. Здесь у меня, конечно, пыльно, но тут
такое, это я уже весной начинаю уборку паутины и всякого такого разного. Вот. Но здесь плюс. Здесь у меня ничего не померзло. Угу. Идем покажу моих экспериментальных присушек. Ага. Немножко подрастают в бурдурах, до которых мы еще не дошли. Я их здесь содержу. А тут пришлось обить мешками. Ну, как бы элементарно. И вот тут вот живут. Я их выселить в сарай должен. Я просто с тобой давно уже общаюсь. Я знаю, что раньше ты вплотную занимался бройлером. Но перешел, да, на мясо-яичко. Вот галашейка. Расскажи, почему? Ну, потому что они менее требовательные к температуре, к кормам. Ну, то есть, как видите, вот здесь 14 градусов. О, покажи. И они здесь спокойно, спокойно себя чувствуют. Лампочку одну я выкрутил, ну точнее они ее разбили, но можно считать, что выкрутил. Дальше стоит тоже лампочка. Электрик я, конечно, никакой, там, если кто будет смотреть, в электрике разбирается. Ага, что про меня тогда говорит. У него на каждом вот этом брудере, тут их несколько, стоит терморегулятор. Кто только планирует, вот видите, свет включился, потому что немножко холод зашел, да. Вот если датчик, то есть как бы, эти регуляторы, это самые дешевые регуляторы, они по 60 гривен стоят. Да, кстати, за регуляторы он знает все, он их уже испытал не один десяток, поэтому он вам все расскажет. За датчики, за регуляторы, тут все подключено, само все включается, регулируется, то есть у меня такого нет и не планирую, пока что у меня немножко по-другому все устроено. А вот у него все как... Вода, кстати, тоже, вот там вверху бак стоит, он весь в паутине, с этой стороны вот. Там поплавок, но не от унитаза, как обычный, а там пластиковый поплавок. Я нашел пластиковые поплавки, они не залипают и не гниет эта шпилька. Слушай, вода... а это ты покупал яйцо? Нет, это мои куры. Я вообще решил проверить на оплот. А, ты сам раздал? Да, это мои куры, которые живут в дальнем сарае, если время на телефоне хватит записать. Ну, слушай, ну они массивные, красивые. Я такие. Их кормлю сейчас дробленкой, они не едят сейчас. А, кстати, еще сразу давай перебью тебя по поводу корма. У нас Юрий, в чем его, так скажем, плюс и особенность, он абсолютно не использует, скажите мне, заводской комбикорм, абсолютно. Он сам делает стартовый корм, сам делает рост корм, то есть никакого заводского корма он не использует. И кому интересно, кто хочет содержать птицу именно вот так вот на собственном корме, переходите на канал Юрия, он будет снимать видео про это все, рассказывать. Это очень, кстати, интересно. То есть у человека в хозяйстве от перепелов и до коз. На любой вкус. По поводу корма там уже у себя на канале расскажешь. Может, кому-то люди будут задавать вопросы, потому что мне самому интересно, если честно. Я так понимаю, он на основе сои у тебя состоит. Да, на основе соевого шрота. Да. Так что это все ты подробненько уже расскажешь. Пойдем перепопилов еще глянем, да? Да. Ставь пока. Мой батут. Не знаю, что так назвали его просто. Вот такой вот еще тут брудерочек с кормушками. Заметь, под потолком инфракрасные эти, теплый пол приклеит. Ага. Прибит. Вот это лента, да? Угу. Я так понимаю, ты тут тоже ниппельные поилочки или тут просто ты вакуумные Нет, ставил? Нет, тут да? тоже ниппельные, тут все ниппельное, тут же у меня трасса да? тянется прямо оттуда. А, вот, вижу, да. Вон, видишь, у нас через стенку ага. заходит? Все автоматизировано, короче, везде ниппельные поилочки. Не так, как у меня. Вот такой вот абажур на лампочку, это видите? Это для утят я ставил. Они любят точечно греться. Ну, больше тут температуры, чем 20 градусов, вот с помощью вот этих вот пластин. Здесь сидел бройлер, но так как Юра не особо доволен был и качеством мяса, и качеством яйца, и качеством цыпленка иногда, то перешел на мясо-яичко и ни разу не пожалел. Так они что вкуснее. Вот, да, они вкуснее. Это мы знаем тоже по собственному опыту. Бройлера я заводить у себя тоже уже не планирую, только бройлерных индюков. Вот еще два брудера. Место занимают немного, но расположить тут можно прилично птички. Тоже везде ниппельное поение, все подключено под одну посуду. Очень удобно. Залил раз и забыл. Господи.
везде поддончики, везде все вынимается, без стресса для птицы, чистится, так что возьмите вот себе на заметочку. И не забудьте перейти на канал Юрия, пересмотреть все его видео. Очень много полезного и интересного найдете для себя. Ну и Юра обещает, что будет снимать почаще видео новые. Просто очень много работы. Ну понятно, на такой территории. Смотрите, какой он спокойный и ручной. Можно погладить. Я вообще не знаю коз. Я не знаю, что у него в голове. Ого, он такой здоровый. Хороший. Он маленький еще, он еще вырастет. Есть у меня двери для брудера в двух вариантах. Летний вариант по сетке и глухая дверь, это зимний вариант. Ага. Надо смотря какую птицу тут держать и какая температура. Перепелки здесь, ну как вы видите, у меня здесь не полностью загружены. Здесь у меня малышня. Маленькие перепелки, сейчас покажу вам. Все у меня здесь такое подручная. Вот, кстати, работу. Вот работают тоже датчики. То есть у меня на каждый этаж идет датчик. Угу. На первом ярусе. Ну, я его называю первым сверху. Тут все тоже под нипельным впаянием. Все сделано. То есть как бы я не заморачиваюсь по поводу того, там некоторые там банки отрезают, наливают воду. Это техасец, да, да, белый? Это вот, техасец. Я даже знаю. Кстати, это единственная птица, наверное, из сельскохозяйственных, которой вообще не знаком. И знакомиться тоже пока не планирую. Не знаю, что там ни душа не лежит. Мне надо, чтобы птица вот это бегала, прыгала, а эти клеточные не знаю. Их можно отпустить, они могут бегать и прыгать, а ты будешь потом яйца собирать. Понятно. Кормушечки, все вот так вот. Фиг, уютненько, тепленько. Ну, тут не так тепленько, тут 7 градусов, но тем не менее. Ну, так не скажешь, тут, наверное, я даже не скажу. Нет, в самих клетках теплее, и там теплее. Да. То есть, как бы, у меня есть такой специальный градусник. Я на нижнем ярусе у перепелок замерял, там без обогрева, у них там 16 градусов, то есть в клетке. Ага. То есть, здесь 7, а в клетке 16. Здесь, конечно, вы видите уже, сколько тут градусов, тут как бы. А какое количество здесь их? Тут около, на верхнем этаже около 20 штук, а в маленькой клетке по 10. Угу. Здесь 60. А для перепелок ты используешь тоже свой корм, тоже, да? Тоже, да, собственный корм, на основе делаю. Ой, вот малышня сидит. Ой-ой-ой, вот это мы приехали это вовремя. Маленькие, да, они у меня вылупились, такой мороз. Тоже все под поением, банку я им ставлю, но пока... Тут значительно теплее, конечно. Лампочка в помощь, я обычно ее не использую. Обычно сверху греет вот этот вот теплый лампочка пол. Лампочка и дверь закрытая, вот эта в помощь, конечно же. Под верхом обычно, ну, это теплый пол, теплый. Да, потому что лампочка для мелких у меня включается, не вытягивает зимой, летом справляется, а зимой чуть-чуть надо помочь. Оно нагреет, но правда время пройдет, а им нельзя мерзнуть, они должны быть постоянно в тепле. Все малыши с яиц от твоих перепелок, да? Да, 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 да. Все уже у тебя процесс и зимой, и летом, и круглый каждый год. Месяц, я каждый месяц закладываю. Ну, инкубатор не все. Инкубатор в доме, потому что, ну, потому что там теплее. Для некоторых будет, наверное, в диковинку. Перепелка растет на корме собственного производства. И как видите, беспроблемно. Прекрасно себя чувствуют вот эти все. Ну, вот это им 4 дня. Мурашки. Они еще меньше рождаются. Это они уже взрослые. И они вырастают там буквально за сколько? Ну, 50 дней, а это уже взрослая птица, даже 45. 50 дней, я в шоке. Да, красиво. Я использую растительный протеин, не животный. Многие используют рыбу костную, мясо костную, муку. От нее есть привкус и небольшой запах. А я использую соевый шрот и беру я его на производство, то есть даже не у перекупов. А при кормлении птицы на яйцо уже тоже животное не используешь? Я просто добавляю его меньше, разбавляю с дробленкой. Все-таки без него точно никак, потому что он в любом случае должен присутствовать в корме.
Без сырого шрота ничего не получится. Больше нету никакого источника протеина, кроме как рыбная, мясокостная мука и либо это соевый шрот. Можно жмых, можно еще горох использовать. Ну... Не, я имею в виду, когда птица несется, животный жир тоже должен в любом случае конечно, быть. Да. Конечно, от этого зависит. А растет она, да, и может на растительном вот этом грехе. Ты им палочку поставил, они выпрыгивают отсюда. И если он падает на пол, то он потом ломает себе ноги. Обалдеть. Что, пойдем дальше? Да, пойдем дальше. Привет, хорошая. Что, на кого ты жалуешься? Тебя кто-то обидел на улице? Обидел? Да. Ну иди, иди, я тебя пожалею. Иди, ты хорошая. Ручные ушки у Юры в хозяйстве есть. Хорошая, да. Я знаю, ты меня не боишься. Это я их в инкубаторе вывел, поэтому они меня знают как маму. Ну, кстати, вот так вот, а только она себя ведет, остальные меня боятся. Но тут вода замерзает у тебя? Она замерзла здесь. Замерзла. Я же вон поставил тазики и ношу воду теплую. Тем не менее, вон яйца утиные. Яйца? Несутся они. Бегунок несется, и мускусы несутся. И куры несутся. Правда, немного. Ну, вот, Вова, покажи. Иду. Вот там одно утиное, два куриных. Вот здесь еще куриная. Угу. Ну, пока все, может, к вечеру еще будет. Но у меня и кур 9 штук осталось. Ну да, это отлично. То есть сколько? Раз, яйцо два, крупное, три, хорошее, 4. 4 яйца на 9 кур. Если даже они несутся 50 на 50. Я никогда не гладил утку. Она не кусается, Вова. Она тебя не укусит. Она просто такая вот реинкарнация. Капец. Сам ты видишь, говорю, у меня здесь очень много прикольных. Аномалия. Слушай, у тебя материалов для видео куча. Тут. О, это типа тоже? Иди сюда. Это боится. Это немножко, да, так с опаской. Я же говорю, это единственная утка, которая себя так вот ведет. Расскажет, жалуется она постоянно. Идем на улицу. Там еще есть вот. Здесь второе помещение. Здесь два помещения по 60 квадратов. Я тут все перегораживаю. Каждый раз здесь живет кто-то другой. То у меня тут несушек было 300 штук, то утки, то цесарки, то куры. В общем, кому как повезет. Вон там индюшка, она решила высиживать яйца. Это то, что у меня осталось из тех индюков, что я продал живьем на мясо. Я оставил себе две молодые индюшки. Вот у нее индюка нету, но она несется и сидит высиживает. Я сегодня утром забирал яйцо. Слушай, ну мне пойти квадратные метры, я бы не знаю, я бы, наверное... Я хочу это все сделать более компактно и более красиво, ну, как бы, чтобы по фэншую, как у всех там... Ну, конечно, работа непочатый край, конечно. Ну, что все... Есть все... где развернуться, это самое главное. Просто у людей, как пишут там, 200, вот это проблема. Здесь, конечно, красота. Здесь у меня живут 3 утки, 1 слепая, 2 молодые и 4... Селезня. Идем глянем еще этих. Ну это если видно будет. Они сюда не заходят. Через... Да, мы оттуда попробуем их заснять. А, ну, в принципе, да. Оттуда вода. О, вот такие. Стоп, смотри, вон видишь белый сероватый такой вот селезень. Это мальчик. У него самый длинный клюв, я не знаю почему. Бегуночков стадо такое неплохое. Немаленькое, скажем, цесарочки. Индюшка вдалеке там ходит. И мускусные утки. Мускусные утки крупные. Красивые. Это белое вообще здоровенное. О, забежали. Видишь, им холодно, лапы поджимают. Идите, идите внутрь. Просто мороз сейчас на улице. И они подмораживают лапы. Снега не было, поэтому я их выпущу. Но все равно им холодно. Поэтому они заходят там, где опилка. Ага. Еще скажи такой вопрос. По твоему мнению, какая самая такая прибыльная, рентабельная птица в хозяйстве вообще? Ну, на мой взгляд, я, конечно, вот в этом году хочу попробовать геркулесов. И так, чтобы они неслись, закладывать их, запустить цикл, чтобы
именно было мясо, то мясо яички именно по геркулесу. Uh-huh. Цесарка прибыльная своей, как бы у меня хорошо идет инкубационное яйцо, потому что цесарку мало кто продает, обычно оплот какой-то плохой, uh-huh. а они у меня на вольном выгуле, поэтому, то есть как бы хорошо себя чувствуют. Как Вова сказал, не у всех есть возможность на такой территории побегать. Да, да, это да. Летом они у меня будут ходить дальше. Я им сделаю калитку, они будут выходить. Они здесь в заграждении просто в условном, только потому, что постоянно воруют птицу. Или собаки могут подушить, которых тут бездомных очень много ходит. Поэтому они у меня здесь под охраной. Федор присматривает, он чужих собак не любит, особенно кобелей. Угу. А с работы ты ушел и полностью, в принципе, да, на хозяйстве, уже, да? Лет 6 или 7. Живешь с хозяйства, перепела, козы, цесарки, утки, индюки. Все свое. Так и планировалось, чтобы было все. Есть свои клиенты, да, которые. Конечно. Ну, на работу. Ну, естественно, и не было бы свой корм, никаких заводских кормов. Люди это ценят, люди это видят. Дорого, дорого. Даже свой корм делаешь. Он получается дешевле, чем заводской. Ну, ты знаешь, что ты туда положил. Да, но это пойди, на дроби, на мели. Да, конечно, конечно. Я знаю. В носу это пленки эти. Да, это да. Потом это сюда еще все привези. Я все машины вожу, потому что как бы можно тачкой возить, но мне проще, я в багажник кинул и привез. У нас же тут эти карантины, да, непонятные. Да. То закрывают, то не закрывают, то есть спрос, то нет. Но у меня, в принципе, клиенты постоянные. Не бедные, не богатые, скажем так, средней прослойки. То есть, содержа собственное хозяйство и птицу, можно прожить, можно выжить, просто нужно работать, не покладая рук. Можно, это же еще и реклама, то есть соцсети, Вайбер, телеграм-каналы, то есть как бы это не все так просто, как меня спрашивают там, скажите, если я заведу бройлера, это выгодно? Ну, да, это выгодно, ну, если у тебя есть куда его реализовывать, то есть, как бы, есть покупают, кто-то зарабатывает на количестве, то есть, им достаточно, там, зарабатывать 10 гривен, к примеру, с курицы, но они продают, там, тысячами, а я, например, как бы, больше ударяю на качество, так как у меня корм самодельный, поэтому мясо по вкусу совершенно другое. Можно, конечно, докармливать там дробленкой, зерносмесями, но все равно это не то. Соевый шрот дает сливочный вкус мяса. Поэтому, пожалуйста. Поэтому никто не сможет повторить такой же самый вкус мяса, если он не будет добавлять туда шрот. Да, оно будет вкусное, как бы базару ноль, но с соевым шротом будет сливочный вкус. Вот именно сливочный такой, очень вот, молочный. Интересно, я даже не знал. Но это при условии того, что эту сою не разбавили 50 на 50, как любят наши умельцы замутить ее с кукурузой. Да, это ж Украина, тут ничего, нечего удивляться. Горох они уже не добавляют, потому что он дорогой. Да, горох уже. А вот кукурузу добавляют еще и как. В общем, подытожим, а то у меня уже рука замерзла и телефон, в принципе, тоже. Сейчас мы будем грузить. Каких и что увидите в следующем видео. А вы подписывайтесь обязательно на канал «Зеленый фермер». Ссылку оставлю в описании, еще раз повторюсь. И поверьте мне, вам будет там интересно. Мне лично очень интересно смотреть этот канал. Юрий обещает, что будет почаще снимать видео. Да, сейчас морозы закончатся, я немножко разгружусь и покажу это еще с другой стороны. Так что задавайте ему кучу вопросов, чтобы он не мог соскочить с этой темы. Все, всем спасибо за просмотр. Мы сейчас загрузим. У меня там еще подарочек жене. Я приготовил небольшой. Загрузим это все. И буду я отчаливать. Все, до новых встреч на просторах Ютуба. Да, всем пока-пока.